А можно подоить козу? Только за денежки. А я никогда не доила. Вы покажете, как доить, а я подаю. Ну, за денежки. Хорошо, Саш, денежку надо. Коза, тебе зачем денежка? А сколько стоит? Ну, 1002. Вот есть 50 рублей. Нет, за 50 рублей она и сама себя подует. Ну давайте, ну 1000, не меньше. У нас еще есть деньги? Есть. На, коза, будешь? Он и не ест деньги, возьмите. Странно, потому что обычно за то, что кто-то там доит козу или корову, ему платят. А тут ты ее доишь, и ты же еще и платишь. Ну, она же должна была мне показать, как ее правильно доить. Ведерко одной рукой держим, другой рукой зажали. И добыли молоко. Ну вот, что-то получается немножко. Птичка такая теплая, я холодными руками ее. Вот. Что-то вот, Ратмир, снимаешь? Да, снимаю. Ты только меня сними крупным планом, а не титьки ее снимай, пожалуйста.